tasteless void. Lion. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. Мы возвращаемся на турнир на ящик пива. Турнир на ящик пива. Боже, странное название. И у нас уже идет второй матч первого тура группы Б. В этот раз встречаются такие команды, как Джохан Чпохан и Лемонс. Да, довольно известная команда именно в Чернигове. Часто мы ее могли замечать на почти всех турнирах. И часто я ее комментировал. Вот. Ну, конечно же, меняются постоянно составы, но логотип все тот же, старый, добрый. И это приятно. Ну что ж, как всегда, матч БО1. А мы переходим с вами к самой игре. Команда Lemons забирают пока что к себе Нагу, Гирокоптера, Леона и Пуджа. Думают над пятым пиком. И команда DC забирают Фесселс Войда, Инвокера, Лича, Медузу и Кунку. В баны уходят такие герои, как ОД, Бистмастер, Сларк. И почему-то я не успел сказать других. Ах. Остались еще большое количество героев. Мы можем это заметить. Спектра, Тимберсоба, Ратрум, Шэду Демон. Довольно метовые герои. И пик сейчас очень странный. У обеих команд, я бы даже так сказал. Потому что очень жадный. Не странный, а жадный. Вот. И я не знаю, как будут сейчас фармить у нас Нага вместе с Гирокоптером и, например, тот же Фессус Войд с Медузой, там, Инвокером. Все эти герои очень жадные, они забирают много пространства на карте, много крипов, весь лес. И я не знаю сейчас, что будут делать игроки. Как будет вообще... Какая вообще у нас будет расстановка? Ну, вообще, по идее, могли сделать Нагу каким-нибудь саппортом, но она будет керри. Она будет керри, потому что БХ у нас ром саппорт 100%, Леон тоже, наверное, у нас саппорт. Ну, вряд ли его куда-то поставят в мидл. Гирокоптер, наверное, мид. И как раз вот Нага будет у нас керри. Либо решат поменять Нагу на гирокоптер, и Нага будет у нас в центре стоять, а Гирокоптер будет фармить у нас на изи лейне. Тимберсу, конечно же, хард. Здесь даже смотреть я на что не буду. Хотя, опять же, пока ничего не известно. Что за баг? Я не понимаю. Да, баг.
Это баг. Я так понял, те герои, которые не пикнуты, каким-то образом появляются на карте. Но мы этого сами не видим. Видят это только игроки. Но это довольно странно. Я бы даже сказал, что это очень странно. Так, ну, лобби я пока что не вижу. Я надеюсь, что рано или поздно его будут создавать. По крайней мере, должны сразу же. Я пока не вижу. И с названием тоже не получается. Да. Ну, сейчас быстренько игроки создадут лобби. Я еще каждому отпишу. Вот. Пока что ждем, пока что ждем. Сейчас еще раз перепроверю. По идее, лобби уже должно было появиться. И это у нас all peak, точно. Режим-то all peak. А я чего-то туплю. Хотя и это не помогает. А, они даже до сих пор не создали. Как же это все-таки затруднительно. Постоянно будет сейчас РМК. А вот, наконец-таки. Да, все, это то самое лобби, только немножко название решили сменить. И пароль тоже решили немножко сменить. И либо это вообще... А, это другая команда. Не круто. Очень не круто. Не, ну, друзья, давайте, создавайте, в самом деле. Сейчас про меня забудут. Или это все-таки те самые... Ну, пароль сделайте хотя бы таким же. Боже, в чем проблема, игроки? Алло, проснитесь. Сейчас я не смогу заходить в лобби около получаса. И они еще будут игнорить меня. Обожаю просто, когда игроки забывают про комментаторов. Забывают про их существование вообще в этом мире, в этой вселенной. О, нет, кто-то пишет, кто-то пишет. Сейчас будем смотреть на информацию по лобби. Ого, какой пароль? Какой же они жесткий пароль придумали? Вы увидели его. Нет, это шутка. Так дела не делаются. Давайте я буду создавать лобби, и все будет замечательно. ДЦ. Сейчас через эти будем заходить тогда.
блин, они зашли, я не могу зайти. Просто дайте мне ID, друзья. Мы сейчас просто тратим время. Все ждут, игроки ждут, зрители ждут, я жду. Проверяем еще раз. Наконец-таки появилось. Слава богу. Неверный пароль. Заново. Пробуем. Верный пароль. Какая радость. Все. Наконец-таки. Да, времени, конечно, мы кучу потратили. Могли уже и на First Blood посмотреть, и на... Не знаю, на все. К этому моменту уже и выиграть можно. Все возмущаются, мол, почему мы не стартанули. Потому что с модом большие проблемы. И надеюсь, что Valve в скором времени пофиксит этот баг. Довольно неприятный. Опять же, я зайду сам, посмотрю, что да как это вообще выглядит. Да, круто. Жесть. Назад в лобби. Я сейчас застрелюсь, нет. Я не могу сидеть и ждать. Пожалуйста, давайте начнем. Меня выгнали. За что меня выгнали? Алло. Сейчас начинать. Боже, ну вы что? Друзья, ну нельзя же так тупить. Я просто поражаюсь. Не-не, давайте мы не будем трогать мой канал. Название, по крайней мере. Все готовы? Да, все готовы. Мы не начинаем все равно. Ай, кошмар. Я даже не знаю, что сказать по поводу этого. Лимоны что-то молчат. Что у нас есть новенького? О, у нас есть новые сундуки. Ого. Что это за ужас такой? Как это вообще могли выпустить? Мне этот сет напоминает героя из Resident Evil, именно из фильма. В
вторая часть, там какой-то вот был монстр с одной рукой. И это очень странный сет. Прям вот, не знаю, знаете, слезали как будто полностью с того персонажа. Остается пушку ему к правой руке прибить. И прям копия. Так, ну наконец-таки мы начали игру. Надо было всего лишь отвлечься от всего. И сами все начали. Да, быстренько всех своих героев. Кстати, Патч, мой любимый герой. Надеюсь, исполнение будет хорошее у игроков. Перевыбрал героя? Или мне показалось? Это кошмар, друзья мои. Вроде бы он перевыбрал гирокоптера. Случайно. Это минус голда. Поэтому сейчас будем проверять. Смотреть, что да как. Смотрим быстренько. Мне нужен гирокоптер. Да, он случайно перевыбрал. Это минус голда, что не есть хорошо. Станстрайки пошли. Тангусы запулены. И я что-то запутался. Что у нас сейчас хочет сделать гирокоптер? Что это? Что с ним не так? Почему такой странный закуп? Почему он перевыбрал? Закупился странно, потом... Ну вот. Репикнул ты, дружище, а не Дота за тебя это решила сделать. Good luck, have fun. Ладно, пройдемся пока по составам. Начну я, наверное, с Lemons. Соловей. Будет отыгрывать на Bounty Hunter. На Леоне будет играть восклицательный мягкий знак. На Пудже будет играть у нас Redbok. На Наге будет играть у нас огнеупорный. Боже. И на гирокоптере будет играть у нас величайший. Вот так вот. Огнеупорный, величайший. И хладнокровный какой-нибудь. Идеально просто. Это команда Lemons. Пожелаем им удачи. И команда Чпохан. На Личе будет играть у нас Сатан. Боюсь сказать неправильно именно из ударения. На Кунке будет играть у меня друг Кончил. Да, замечательный никнейм. На Медузе будет это играть у нас 10. На фасосвоте будет играть у нас Dream, которого уже, кстати, раздамажили неплохо два саппорта. И на инвокере будет играть у нас еще один восклицательный знак, только в этот раз уже скобка. Вот так вот. И да, кстати, Медуза у нас... Ой, извиняюсь, Нага у нас в миде. Гирокоптер фармит. Решили все-таки поменять немножко лайны. И вот видим мы такую расстановку. Пудж у нас пока что спокойно получает свой левел. Получает он уже второй левел. И, кстати, на первом он ничего не вкачивал. И правильно делал. Потому что либо рот пригодится для того, чтобы денается, либо как-то пытаться забирать саппорта, который неправильно отыгрывал, то есть агрессировал. Я имею в виду Кунга. Либо хукать по тавер, как-то под своих тиммейтов, которые вдруг ганганут. Просто, опять же, говорю, БХ пока что, ну, не вижу от него каких-то полезных действий. В плане того, что он ну, ничего не делает, кроме как забирать опыта. Ну и, конечно же, дамажит как-то Войда, который с танга хилится и
Сейчас, кстати, могут быть проблемы у Лича. Смотрите, как много дэмэджа он получает. Лен, к сожалению, не успел подойти и дать подкоп, но это не мешает раздамажить Лича на почти что половину хп. Тем временем у нас делаются отводы. Довольно успешные. Почти успешные. Нет, Лайон все равно пушится снизу. И, кстати, смотрим. Смотрим по крипстатам. Пока что Нага у нас лидирует и обгоняет инвокера. Да, не так много, конечно, крипов у нее сейчас, но мне кажется, это ненадолго. Сейчас, к сожалению, не добила крипа, что очень обидно. Стоит здесь в центре, поэтому в любой момент могут выйти у нас на инвокера. Замечательно отыгрывают сейчас команда Lemons. Хороший хекс сейчас был от Леона. И прям выждали момента. Двумя мангусами Леон закупился и в любой момент может их дать. Даже смог вроде бы не прожимали, просто прошелся. Я не понимаю, где вард. Где здесь вард в миде у инвокера? Почему нет варда в миде? Вот, Кунка наконец-таки закупила хоть что-то хорошее сейчас будет для инвокера. Потому что вот этот центряк, вот этот вард, они довольно противны. Смотрите, смотрите, что сейчас может произойти. Ничего не может произойти. Я почему-то подумал, что сейчас, может быть, будет колл-снэп, но почему-то инвокер как-то отпустил, что ли, Нагу. Да, конечно, были использованы иллюзии, но можно было пытаться найти настоящего персонажа. И опять выход. Опять выход моментально ставится в центре и ломается тангусом. В этот раз надо сейчас как-то Кунке быть осторожнее, что ли. Торрент под себя ставит. Хорошее замедление. Неплохой торрент по двоим. Проблемы сейчас есть большие у Баунти Хантера. И, наверное, здесь он будет минус. Ретли куда-то уйдет. Ставит его на крест, возвращает. И это килл для Кунки. Хотя я не понимаю, почему саппорт забирает киллы, а не инвокер, который может получить голду, которую потерял, когда умер. Ну, вот. Странно. Очень странно. Был бы вард чуть ближе, могли бы сломать и сам в центре, который находится прямо между двумя хайграундами. Завязали тем временем святыню. ДД находится у нас на низу. Да, нижнюю руну надо чекать чуть чаще. Хотя тут и так видно, благодаря варду. Но, я так понимаю, ДД пока никому не нужно. А вот если БХ возьмет ДД и как-то пытается отыграть против инвокера, то инвокер будет не очень комфортно. Потому что дэмэдж БХ с инвиза, да плюс еще и с ДД, ну, нереально большой. Лич у нас тем временем гуляет пока что, пытается, может быть, даже сейчас выйти к инвокеру на помощь, но мне кажется, это будет не очень профитно, так как пока что третья способность КД, и крипа забрать не могут пока. Да и плюс Нага первую способность пока так сильно чувствовать не будет. Может сейчас попытаться как-то срезать БХ курьера, но, к сожалению, вижена нет, поэтому если был здесь, может быть, или вот здесь вижен, тогда бы, может быть, и как-то напал на вражеского курьера. Но пока это невозможно, к сожалению. Понимаю, что здесь есть вард, и сразу же инвокер отходит под тавр. БХ уже готов. В смоках у нас Леон. Ну, инвокер пока что вообще не осмеливается куда-либо выходить. Я бы на его месте даже вообще в данный лес ушел. Ну и вот он опять подставляется. Довольно сильно подставляется. Пытается делать ТП Кунка, что неудачно. Санстрайк откидывается. Неплохой санстрайк. Остается на лоу хп, просто БХ. И я бы на месте Кунки просто бы сделал сюда все-таки ТП. Крест бы и торрент помогли бы. Пуч. Пуч у нас уже с ультимативной способностью. Пуч хукает, ну и это минус. Это моментальный минус. Подкидывают у нас Редбога. И сразу же кларити заюзать. Ему надо прямо сейчас завязать кларити. Иначе будет все очень и очень плохо. Я бы на его месте сейчас с этим кларить и
маной пошел бы к инвокеру. Да, что он сейчас и делает. Хотя проходится по варду, и это видят все. Прям кликают. Осторожно, дружище. И минус каким-то образом фасосвоит. Проблемы большие. Теперь у Кунки даблкил со стороны гирокоптера. И чудом просто выживает. Раздамажил довольно сильно его тавр. Лич тоже на лоу хп выжил. Если бы было больше хп у самого гирокоптера, то, может быть, даже пошел под тавр. Опять же, не хватило маны, не хватило хп. Так бы был трипл килл. Опять умирает инвокер. Опять выход уже втроем выходит. Я не понимаю, почему команда не действует. Команда просто не действует. Вообще ничего не делает. Эй. Эй, комментатор. Да, я здесь, я здесь, я здесь. Нет. А что? Я немножко не понял, в смысле, как работает Владимирка или что? Что он хочет услышать от меня? Да, в ступор меня немножко ввел, но надеюсь, что потом он объяснит, что он хотел сказать этим. Кстати, дэмэджа много довольно вносит у нас сейчас Нага. И Нокер страдает, постоянно страдает. Вообще сделать ничего не может, и СВЛ тоже не помогает. А, Владик это даже вообще человек. Нет. А должен. Он зверь. Я вижу. Сказал, что он сделал. Ленивый. Комментатор не может написать дабл килл. Поэтому сокращает на ДК. Ой-ой-ой-ой-ой, купол может быть. А, боже. Ой-ой-ой, какие проблемы. Дрим вообще ничего сейчас не сделал. И он мог поймать как минимум двух героев. Ну просто поставить даже купол в одного. Да, у нас прям тут все друг с другом знакомятся. Замечательно просто. А, о, даже так, друзья мои. Вы понимаете, да? Человек давно не играл в доту. И смотрите, как он показывает вообще игру на наге. Учитесь. Учитесь у Кольки. Коляныча. Смог. И рюзает с тервением от Леона. И сейчас будут вместе с Пуджом пытаться что-либо делать. Я на месте инвокера, куда бы, в самом деле, я в лес на его месте ушел. И вообще больше бы не выходил на этот лайн проклятый. Потому что... Мы просто можем увидеть, как же все-таки тут доминирует вообще команда лимонов. Нага не отпускает. Ну просто посмотрите, что она просто пошла под тавр, иллюзиями добила противника. Пуч там убивает медузу вместе с двумя саппортами. Просто дикие, дикие. Лезут под Т2 вышки, делают все, что хотят, и им никто не мешает. Счет уже 1-10. 404. Песня такая есть. Да. И вышка спокойненько падает. Вообще никто вот этому дикому, как его, Влад? Влад, да. Никто ему не мешает. Ох, бедный Леончик. Не дождались его. Как же так? Ой, и теперь проблемы у гирокоптера, наверное, сейчас будут. Смотрите, вот у нас... С куполом будет, наверное, ставить и... Просто посмотрите на это. Боже мой, друзья мои, вы просто поглядите на этого дикого человека. Ему вообще все равно.
все равно на купол, все равно на санстрайки, на медузу, на кунку. Он ставил их всех на лоу хп. Ну, кроме медузы. А БХ у нас охотится тем временем. Маны нет. А, нет, есть, есть мана. И прям, прям. Хех. Мне прям смешно, честно. Это Колька. Да, дорогие друзья, это именно Колька. Я не знаю, кто такой Саника, честно. Я не знаю никого по именам там, почти никого. Я знаю только Андрея, и все. Ну, уже знаю Колю и Влада, который у нас нереальный профессионал на гирокоптере, и ему вообще все равно на всех, он бесстрашный, одним словом. Величайший бесстрашный. Вот так надо было написать. Ой, пошел корабль. Ой, какой корабль. Зацепили-то как хорошо. Укают, это может быть минус лич, это минус лич, никуда его не отпустят. Проблемы могли быть у кунки, но он ушел. По трекам, кстати, Пуч может попытаться как-то обойти. Мана... Нет, мана не позволяет напасть на оппонентов своих. И гирокоптер начинает пушить уже нижнюю линию. Т1 здесь он спушил, теперь он переходит к другой к Т1 вышке. Вот так вот. Вот так вот играют величайшие люди. Они просто сплит-пушат. А остальная часть команды должна просто агрессировать. Что она сейчас и показывает. Всю свою мощь, всю свою агрессию. Делается телепорт. Инвокер опять начинает фармить и... Немножко получает в лицо от иллюзии Наги. Ну тут прям вообще очень жестко зажали команду DC. И как быстро падает вышка. Вы просто поглядите на это. Раз, и два, и... Нет, не Леон. Я уже хотел сказать, что Леон добил вышку. Там прям так уверенно летела эта атака. Этот удар. И бедный Куночка. Бедненький наш. У меня слов нет, честно, с этой игры. Здесь прям, знаете, конвейер гейминг. Просто ходят все и умирают. Сейчас я не удивлюсь, если будет трипл килл. Ракетки пошли. Купол пошел. Ну просто все равно. Вы посмотрите на этого демона. Демон. Здравствуйте. Я непробиваемый, величайший, бесстрашный. Я не знаю, что еще можно добавить сюда. Ой-ой-ой, вот сейчас может быть... Хох, ему все равно. Он просто подошел и убил. Я уже хотел сказать, что у него могут быть большие проблемы, а медуза вот... Такая вот у нас, тоненькая, оказалась. Итоги боя, пожалуйста. 1600 голды. Я не понимаю, куда исчезли графики. Я слепой такой, где они? Раньше они были здесь сбоку, теперь их что, нет? Почему их нет? Так нечестно. Раньше все было, теперь вообще ничего нет. Дайте мне графики. Сон юзает у нас Нага. Ловит у нас лича. Хукают у нас еще и кунку. Не дают юзнуть святыню. Вообще ничего не дали сделать. Хорошая игра от Lemons. И надо добивать последнюю Т1 вышку. Да, умирает от смеха лич. Ого, тут уже сидят игроки пекла.
возмущаются на Лемонс. Будет интересно посмотреть на этот матч. Потому что здесь пока что, честно, я вижу только однокалиточную конвейер гейминг игру. Конвейер гейминг игру. Гейминг игру. Конвейер игру. Вот так вот все. Без всяких гейминг. Даже скучно, честно. Вот мне скучно. Я даже зеваю. Я смотрю, как умирают игроки. И умирают просто глупо. Ну вот сейчас чуть по таварам не умер. От Радика, вы понимаете, да? Ой-ой-ой-ой-ой, как красиво-то сейчас будет. Хорошо, минус один пошел. Остается еще один саппорт, но его довольно сложно забрать. Хукает. Сейчас, наверное, будет пуш. Крипы очень сильно мешают. Надо контролить также иллюзии, чтобы не подставлять прям под хук пуджа. Что сейчас происходит? Надо убрать иллюзии. Хороший хук. Нет, крип. Очень вовремя вылезает крип. Да и плюс уже сама медуза вправо уходила. Ну, неплохо. Если купола будут такие, то будет хорошо для команды DC. Потому что сейчас был хороший купол по троим, плюс еще и корабль по троим. Просто пока что не хватает дэмэджа. Если был еще инвокер с метеором, то тогда бы там уже умерли все. И получили бы довольно много золота. А так, пока что, либо надо фармить, надо ждать, пока появятся артефакты у Медузы, надо ждать, пока появится левел у Инвокера, и если не дождутся, то, к сожалению, проиграют эту игру, потому что пока что я вижу, что команда DC, ну, ничего хорошего не показала за последние вот эти 18 минут, ну, кроме вот этого файта, самого последнего файта. Здесь они уже как-то вырываются вперед, пытаются что-то сделать, и ну тут прям вообще у меня слов нет, друзья. Немножко не по таймингу сейчас был хук, но все равно забирают. И уже превосходит богов у нас. Огнеупорный наш Коляныч, который показывает профессиональнейшую игру на Наге. Не, если он правда год не играл, то он довольно неплохо отыгрывает. Если он играет постоянно на Наге, то это не идеальная игра. Но мы видим, что контроль человек не оставляет просто так иллюзии. А, нет, оставил. Дружище, вспомните про ваши иллюзии. Ура, наконец-таки. Можно забирать последние Т2 вышки. А можно сразу пойти на Т3. Как раз у Наги уже появляется травла, то есть она прилетит прям в сам замес. Но не хотят рисковать команды Lemons, хотят сначала сломать Т2 вышку. А потом уже идти на своих оппонентов. И довольно быстро падает Т2. Но тут уже встретили противников, то есть инвокера. Войд тоже умирает. И хороший корабль мог сейчас быть. Ну, то есть он и так хороший, но, к сожалению, дэмэджа не хватает. Купол мог поставить ФСС Войд, уже видели, что руки свои поднимал, но не успел. Там прям моментально Пудж использовал Дизмембр, то есть свою ультимативную способность. И сейчас можно закончить уже игру. Спокойно пойти на Т3, потому что нет пока что чайник. А, нет, вот уже появляется чайник, уже появляется Войд с куполом, поэтому пока игру заканчивать точно нельзя. Если сейчас будет неудачный файт для Lemons, то игра может даже затянуться. Торрен откидывает специально, чтобы хоть как-то замедлить своих противников. И, наверное, пойдут дальше. Наверное, пойдут дальше. Ракетку тоже откидывают. Да, и моментально ее сломали.
Сейчас можно попытаться пойти сломать все-таки Т3, потому что, я так понимаю, хотят сломать святыни команды Lemons и немножко забыли про новую обнову, где святыни ломаются только с любого снесенного Т3 тавера. Иначе святыни ломать нельзя будет вообще никак. Вообще, это довольно приятное обновление, потому что и удобное. Потому что игра не будет заканчиваться так быстро. То есть, например, файты какие-то идут вот здесь, вот где-то там, ну, Рошана, и противники, либо союзники могут сделать телепорт в эту точку и без всяких проблем. А то бывает такое, ломают все Т2 вышки, ломают святыни и дальше идут на Рошана. Вот. А здесь вот решили Valve немножко изменить правила, чтобы было чуть сложнее. Большие проблемы сейчас есть у Медузы. Хороший корабль по Пуджу. Купол поставили по троим, но дэмэджа не хватает, к сожалению. Отвратительнейший санстрайк. Не попал даже по стоячему. Но неплохой метеор, к сожалению, никого не убивает. Стики помогают БХ выжить. Я не понимаю, как отыгрывает этот инвокер. Мне, если честно, вообще игра его не нравится. Не хватает рейнджи. Cold Snap куда-то потратили. Я не понимаю, честно, что делает этот человек. Он подставлялся в миде постоянно. Он сейчас сделал фигню какую-то. Странно. Но что купол был довольно хороший. Опять по троим. Ну куда это? Во что это санстрайк? Что делает Лич? Почему он сейчас идет умирать? Ну, я не понимаю, честно. Для чего вообще люди идут на турниры, если они, ну, играют как обычные пабовцы? То есть... Я каждый день вижу таких игроков. Что-то умеют, что-то знают, а, но творят полную ахинею. Ну вот что-то сейчас он сделал. Вот, вот, хороший файт, нормально. Отрезал кораблем всю команду от Пуджа. Можно попытаться сейчас его забрать. Хороший подкоп. Герокоптер улезает кулдаун. И здесь, наверное, будут большие проблемы. У DC чайник тоже полетел, но только по двум героям. Это БХ и Леон. Ну вот, вот. Как бы можно было начать... Как же он играет? Нет, нет, нет. Это просто... Это круто. Гира. Про. Нет, просто слов нет. Владик, машина. Топ-мен in the world. Конечно, конечно. Это пока что, пока что. Сейчас будем смотреть игру Пекла против Lemons. Там уже посмотрим, как отыграют две команды, потому что Пекла, мы видели, что они показывали. Показывали довольно неплохую, красивую игру. Я даже так сказал. Особенно этот Магнус, который меня просто поражал постоянно. Какие же там РП были в предыдущей игре. Я говорю, это просто замечательная игра была. И вот этот файт на 38-й. Я честно, я запомню его навсегда. Опять минус инвокер, опять он ничего не сделал, и Пудж просто стоит и бьет вышку. Ему вообще все равно на тавер. Просто все равно. Хук. И опять килл. Остается еще у нас, да, еще одна сторона, и, наверное, на этом все. Почему нельзя прописать ГГ? Вот они вообще не дефают. Ой, просто вред. Честно, такой бред. Что он делает? Ай, жесть. Ломайте, ломайте, ломайте! Купол! Ну блин, мог по пятерым поставить, что ж такое?
Золотые купола. Умер от Рейдианса. Ого-го, какие раскаты пошли. Я даже я мышку не трогаю, потому что все действие происходит здесь. Я просто смотрю на это. Полулежа можно, да, расслабиться, посмотреть на эту игру в кавычках. Я даже поздравлять не могу. Ну, честно, за что поздравлять? За то, что счет 2:41 на 27-й минуте. Я вот этого не понимаю. Зачем команды приходят и играют вот так отвратительно? Одним словом, попадает у нас DC в сетку лузеров. Lemons проходит дальше по сетке вверх. Да, вот так вот. И играет у нас команда. Обидно. Очень обидно. Лично мне. Потому что, ну, 27 минут потраченного времени впустую. Пофанились, да, весело. Но лучше тренировать свои силы, а потом уже и ходить играть. Это лично моя такая мысль. Потому что я не первый раз вижу такое, что, ну, такие... Блин, 2:41, ну вы шутите, у меня слов нет, честно. Не первый раз такое вижу. Ладно, у нас музыкальная пауза, дорогие друзья. Для вас эту игру комментировал Дайсбол. И скоро я к вам вернусь.